Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру The Walking Dead. Вторая серия, то есть второго эпизода. В последней серии мы, собственно, начали второй эпизод. И в ходе прочего встретили непонятных двух довольно-таки мутных парней, с которыми, тем не менее, согласились сотрудничать. У них, вроде по всему, судя по всему, есть еда, но они взамен просят топливо для своего генератора. И поэтому я с отрядом небольшим отправился, ну, то есть Лис с отрядом небольшим отправился с ними, чтобы разузнать, что да как. Давайте продолжать. Here it is. St. John Family Dairy. Семейная ферма Сент-Джона. Y'all can see how we kept this place so safe. У них электричество, забор. You betcha. They fry like bugs in a Они как жучки поджариваются. 4000 вольт. Generators and amps. С помощью генераторов. I'm going to assume that's a lot. По-моему, это уже слишком много. Так, мы не можем детям позволить тут быть. Doesn't seem safe to have them near a lethal fence. Don't worry about that. Об этом не волнуйся. Keep them entertained. This place looks untouched. Место выглядит нетронутым. The world is in ruins. Никогда не поймешь, что весь мир уже в руинах. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Мне так и показалось, что вы тут с компанией идете. Я Бренда Сент-Джон. Добро пожаловать на нашу ферму. Это Ли. Он много двигал. Если он не против, может, у нас останется. У них еще несколько друзей в старом отеле. Господи, там же уязвимое такое место. У вас кто-нибудь есть из тех, кто умеет выживать? Так, у меня вещи под контролем. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Там не так безопасно, как здесь. Подожди, ты же мне говоришь, что кто-то другой у вас главный. Да не важно. Теперь вы здесь. Заврался Ли. Так, мы принесли бензин. Мы очень голодны. Это для вас. Сегодня выпекла. Такое сейчас уже не достанешь. Если коровы нет. Корова у них болит. У нас есть ветеринар, мы можем ее сюда привезти. О, наши молитвы были услышаны. Может, наша группа сможет прийти на день? Ветеринара приведите, а я вам пока ужин сделаю. Я была бы рада помочь. Поможешь мне на кухне, Дэнни? Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip over here? Might want to take someone with you. Remember, those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. Она, в общем, решила отправиться обратно. И сказать, чтобы народ сюда подтягивался. Ей говорят, помощь нужна. Она говорит, я с собой справлюсь. Тем более с ним, паренек он. Марк Ли, почему бы вам не осмотреться? Как осмотритесь, поможете мне защитить периметр. Обойдете периметр. Заодно посмотрите на наш забор. Как будете готовы, подойдите. Хорошо. Офигенное место. Еда есть. И этот забор. Ох уж этот забор. Возможно, мы здесь останемся, если все будет хорошо. Так, давай убедимся, что это место безопасно. Верно. Они думают, что это безопасно. Но для детей будет безопасно, нет? Я вижу, вон там что-то поломанное. Может, еще что-то плохо работает, а мы просто этого не видим. Давай на самом деле посмотрим, как у них тут все безопасно. Так, ну давайте посмотрим эту новую ферму. Надо сказать, ферма на самом деле гораздо лучше, чем ферма Хершела.
на мой взгляд. И оборона лучше, и на горке стоит. Красота. Интересно, сколько у них там еды? Надеюсь, мы выясним. Проголодали, оголодали наши ребята. Так, что с забором? Hey, what are you fixing to do around the barn? Что ты там, говорит, хотел посмотреть? Да ничего. Just giving yourself a tour, просто осматриваешься, да? Не против, если я посмотрю? Конечно. Но почему бы сначала нам не посмотреть по периметру? Так, ну давай посмотрим там. Заборчик неплохой в целом. Там у них кукуруза растет, я смотрю, да? Нормально. Жаль, что словно гусь и Клементин могли бы поиграть тут. Дети это любят. Да уж. Давно ее последний раз использовали? Давным-давно. Не так часто тут дети бывают. Я надеюсь, будут дни, когда дети просто будут детьми снова. Нужна доска, похоже. Нужно починить. Нужно найти доску, нужно найти веревку. Да, все будет хорошо. Так, что еще у нас тут есть? Интересно, где он топор носит? Гусары, молчать. Так, не пустит, наверное. Так, ну в дом. Свежие растения. Блин, он, похоже, вообще голодный. Он только о еде говорит. О, говорит, свежая трава. А я, говорит, все равно кушать хочу. Так. Давайте попробуем выйти наружу. Если нас пустят, конечно, похоже, не пустят. Так, что ты скажешь? So what have you found out? Что выяснил? Хорошее место. Не могу пока проверить их сарай. Помогу Энди с периметром, и тогда я посмотрю. Ладно, расскажешь. Так, что у нас с периметром-то? Вроде все нормально. Давай мимо тебя пройдем дальше туда. Похоже, по всей территории этот забор. Да уж, не нужно им давать ни малейшего шанса, когда речь о нашей безопасности. Так, это на что? Это бы мне помогло, если я доски бы нашел. Ну вот тебе доска. Не против, если я одну из этих досок возьму? Уже что-то чинишь, да? Я люблю, когда парни берут инициативу. Конечно, продолжай. Отлично. Так, осталось найти веревку. Где бы нам ее взять? Тут что в заборчике? Ух ты, говорит, как все выпилено хорошо. Так, ну остается, похоже, в дом только зайти. Ну-ка, давайте попробуем, посмотрим. Возможно, без веревки получится. Доска-то хороша, говорит, но мне нужна веревка. Давайте зайдем в дом, спросим у владельца фермы. Возможно, у нее где-то есть. Или вот тут в ящичке. Ага. Отлично. Замечательно подойдет. Так, а тут что? Много наград у них.
This place was my daddy's life. Это место было жизнью моего отца. Для него все значило. Когда он его купил, здесь один домик был небольшой. Второй этаж добавил, как мы родились. Он сказал, что у него будет достаточно много места для стольких детей, сколько будет. В один день мир изменился. Теперь все, что осталось от отца, это место. Поэтому мы о нем заботимся. И можем разделить его с хорошими парнями, типа тебя. Ладно. Отец хотел много детей. Но мать решила остановиться на двух. Ли говорит, у меня тоже, говорит, то же самое. Давайте починим качельки. Но это не должно быть сложно. Так, посмотри. Mama's gonna be thrilled to see that old swing all fixed up. Мама увидит, когда эти качели починены, просто в шоке будет. Did you say something, darling? Вы что-то сказали? О, господи! Это ты сделал? Просто пытаюсь помочь немного. You know, I used to push Andy and his brother out here on that swing every night when they were kids. Я качала детей на этих качелях каждую ночь, когда они были детьми. Ой, заговариваюсь. Блин, ну если у кого-то какие-то претензии, опять же, я извинюсь, потому что я снимаю это ночью. Сегодня у меня бессонная ночь, мне нужно до 5 часов не спать по своим причинам. Заодно как раз и такой хороший повод. Так, ну что, это у нас починено, давайте поговорим с мужчиной, главным на ферме, похоже, старшим сыном. Hi. I'm glad you guys decided to help us out. Я рад, что вы нам помогаете. Я заметил, что вы вооружены хорошо. А сели там, да? А у вас сколько оружия? We've scraped together a good supply in the last few months. About yourselves, what kind of protection do you have? Какая у вас защита тут? We collected a few guns to protect ourselves. У нас есть пушки. Really only use them when we go off the property. Когда мы внутри периметра, все, что у нас защищает, это забор. А пушки мы используем снаружи. Мы твои первые гости? Нет. С другими тоже заключали похожие договоры. Но они все уехали, ища тех, кто им дорог. Забор останавливает вообще входящих. An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call так them? Ты их называешь? Хорошо. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman, he figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close. Closest thing to entertainment these days, I guess. These generators. Они, в общем, так развлекаются. We got lots. We gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Like us. В общем, он говорит о том, что у них там был бывший плотник, который, собственно, установил этот забор, и сейчас они сидят по ночам и развлекаются, смотрят на то, как эти ходячие мертвецы запутываются в заборе и жарятся там. Это, говорит, единственное развлечение, которое у нас теперь есть. Ну ладно, давай починим периметр. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. Fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but забор останавливает ходячего в 3-4 секунды. Так, нам нужно починить забор. То есть убрать с него застрявших зомби. Заодно посмотреть на слабые места в защите. Что ж, посмотрим. Да, большое у них тут ограждение. Как место, по-твоему? Безопасно для нас? Можем остаться тут? Удивительно, что они сделали с этой фермой. Давай посмотрим вообще на забор, а потом будем уже думать. Не дождусь, когда все сюда приедут, кроме Лэри.
Говорит про наши терки с Ларри. Я, по крайней мере, стараюсь вести себя цивилизованно. Да он даже не заметил. О, ребятки, тут. Вот один. Пожарился. Ли, it's dead. Он мертвый. Come on, let's push it off. Давай его сдвинем. Так, стрелу, пожалуй, я возьму себе, да? Disgusting. Отвратительно. Так, все, свали. Come on. I'm sure there's still a few more. Пойдем, я уверен, еще есть. Как только забор полностью будет готов, это же как крепость будет. Просто представить не могу, что это... Не волноваться больше. Да без... это все бесполезно, без топлива. Нужна еда. Им топливо нужно. Водителей не так много в этом месте. Можно много бензина найти. Так, что ты имеешь в виду вообще? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. Если что-то пойдет не так, я тебя поддержу, говорит. Они вроде какие-то непонятные. Так, вот еще один. Так, что у тебя? Ничего. Ну, давай тогда мы тебя уберем. Пакость. К запаху никогда не привыкнешь, верно? Nope. Нет. Christ. Господи. Can't stop thinking about dinner. Не могу перестать думать о еде. Would have been nice to get some of those rations. Вот бы мне немножко этих рационов. Я тоже голоден, знаешь ли. И я тоже голоден. I'm hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? Ты думаешь, они нас всех накормят? Если у них столько еды, как они говорят, то, наверное, да. Come on, I think I see where they're getting in. Так вот они откуда попадают. Этот повалил, похоже, пытаясь пробраться. Запутался весь. С той стороны, по-моему, лучше будет его починить, поднять. Если ты надеешься, что этот парень нам поможет, этого не произойдет. Да, помогай мне. Да он мертвый вообще, нет? Ну, вроде да, весь обуглился. Давай. Потихоньку, помаленьку. А как сами заберетесь? Господи, что произошло? Забор сработал. Зачем он включил его? Он же знает, что мы тут. Какого черта? Давай к воротам. Вы засранцы, господи. У нас заключение. Теперь вам хана. Это кто такие? Без понятия. Черт, теперь что? Так, давай как-то выбираться отсюда. Да мы не сможем сдвинуть, что ты делаешься? Где наша еда, вы засранцы? Дай нам еду! Так, уходи, говорит, с открытого места. Так, у нас застрял в земле этот... Блин, что делать-то? Может, мне как-то рычаг можно поднять? Вот. Так, плуг надо как-то поднять, как-то его вынуть нужно. Отсоединяем. Тихо. Если ворот достигнем, сможем вернуться в дом. Тихо, ребята. Не пылим. Еды вы нам не дали. Теперь мы сами все возьмем. Попытайтесь их выманить на открытое место. Покажись.
Это один из тех, что мы столкнули. Нужно его сдвинуть. Так, толкай его, толкай. Давай, давай, блин. Как-то он хреново прячется. Не мой персонаж, а вот этот вот. Блин, еще один, что ли? Еще один. Сколько их тут? Что-то как-то подтормаживаю странно, я не пойму, эта игра. Чему тут тормозить? Захрапся, наверное. Ой, блин, вот тебя только не хватало. Свали, скотина. Да свали, мать твою, ну. Давай, 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 давай. Только не укуси. Ох, жесть. Офигеть. Давай. Ой, сзади идет. Вон уже ворота. Да уйди ты от нас, а. Ох, ну слава богу. Да выбираться отсюда. Вам повезло. Бегите. Мы никуда не уйдем. Да уж. Ли, что случилось? Засада была. Ты в порядке? Бандиты здесь? На нашей собственности? Господи, что произошло с тобой, дорогуша? Те ублюдки в лесах. Я буду в порядке, стоит ее вынуть. Господи, больно как. Эй, ребята. Марк, господи, что произошло? Стрелы попали. Господи, ты будешь в порядке? Да, я в порядке. Нужно просто вытащить. Нет, дорогой. Бренда разберется. Заходи внутрь. Все там решим. Какого хрена? Мы сюда попали в засаду каким-то людям. Бандиты вроде как. Нам тоже много проблем доставили. Ты знаешь об этих людях? Еда за защиту. Выбора у нас особого не было. Но они не переставали плющить нас. Карли сказал, что здесь безопасно. Не так безопасно, как мы думали. Простите. У нас проблем с ним не было, мы им еду сюда давали. Им это с рук не сойдет. Вы знаете, где они? Их трудно выследить. Но я знаю, по крайней мере, где один из их лагерей, я думаю. Бандит, вы что, шутите? Это место небезопасно, мы не можем здесь оставаться. Небезопасно? Здесь гораздо безопаснее, чем в том отеле. С парой ублюдков уж справимся, с помощью наших пушек. Единственное, что нам нужно, это найти способ остаться здесь навсегда. Это хорошие люди. Давай не испортим свои впечатления о них до того, как поедим. Пока, говорит, вы тут будете устанавливать с ними контакт, мы разберемся с бандитами. Так как они еду съели практически всю по дороге назад, они остались там присматривать за отелем. Карли и пацанчик. Ух ты, говорит, качели, как у меня в доме. Спасибо, Ли, ты лучший. Так, ну нам нужно разобраться с бандитами как-то. Так. Ну, собственно. Нет, не то. Давай посмотрим, что там Клем делает. А, это гусь опять забрался. Раздолбай. They look happy. Счастливо выглядят. Hey, Clem, do you like the swing? Нравится yeah, качели? It's fun. Да, весело. Спасибо, что починил. Пожалуйста. Покатаешь меня?
Конечно. Не против, если сейчас Клементин покатается? Ладно, гусь. Пусти Клементин. Хорошо. Давай, покатаем. Как дела? В порядке, наверное. А у тебя как? Я просто волнуюсь насчет Марка. У Марка все будет в порядке? Ему повезло. Могло бы быть гораздо хуже. Найдешь людей, которые поранили Харка? Нужно убедиться, чтобы они больше никого не навредили. Будь осторожен. Ты мне приносишь, говорит, удачу, так что не волнуйся, все будет в порядке. Хорошо. Здесь мы в безопасности. До тех пор, пока плохие дяди нас не найдут. Да не найдут, говорит, не волнуйся. Обещаешь? Обещаю. Что вообще думаешь о ферме? Красивая. Напоминает мне о прежней жизни. Да уж. Думаешь, вещи когда-нибудь вернутся в нормальное состояние? Да? Не будем уж ребенка расстраивать. Не уверен, когда, но в один день все вернется на круги свои. Это хорошо. Надеюсь, скоро. Да, я тоже. Ладно, Клем. Хорош. Ладно, спасибо, что покатал. Конечно. Теперь оно ваше. Ладно, говорит гусь. Так, что у нас еще тут есть? Давайте посмотрим на сарай, что ли, если нас пустят. Где он вообще такую куртку-то взял, кожаную? Если в доме места на всех не хватит, некоторые смогут здесь жить. Ладно, логично. В принципе, неплохое место. Обустроить, конечно, придется. Не под скот, но чтобы жить. Не очень хорошее место. Для коровы еда. Потому что лес, видите, прямо с этой стороны. Можно подойти незаметно. В общем, он сказал, что нужно научиться этому делу, если мы хотим тут остаться. Так, Ларри, ты козел, я с тобой даже разговаривать не буду. Вот с Лили лучше. Так, ты что застреваешь? Я так рада, что вас не убили. Думаешь, Марк будет в порядке? Хотелось бы знать. Думаю, он в хороших руках. Не так все плохо, да? Да он будет в порядке. Я видел парней, которые через худшие происходили. Как ты мог нас привести в это место? Так, как вообще ты ощущаешь себя ввиду того, что вы уехали из этого отеля? Прекрасная смена обстановки. Не знаю. Если бы мы там оставались, то с Марком ничего плохого бы не случилось. Насчет твоего отца. Можно с тобой поговорить? Okay. Давай. Три месяца. А твой папаша все еще ведет себя со мной, как будто я козел какой-то. И не ожидаю, что что-то изменится. Он такой просто. С тобой он себя так же ведет? Послушай, мой отец может быть временами козлом, я знаю. Но он неплохой парень. Ему просто многое через что пришлось пройти. Много потерял. Почти все. Это на него давит, понимаешь? Да, он отвратительный человек. Но это просто его защита. И меня он так защищает. Все, что у него в мире осталось, это я. Да, он, возможно, так и будет с собой себя вести. Но, по крайней мере, он будет делать это потому, что он пытается меня защитить.
He's my dad. Не суди его, он мой отец. Я люблю его. Этот козел пытался убить нас. Как думаешь, это была хорошая идея? Think our little arrangement with them was a good idea? Well, I'd like to be asking that now, don't you? Поздновато спрашивать, не думаешь? Right. Отец уверен. Прав. Давай подождем еды. Подождем, пока Марк выздоровеет, и уйдем. Не хочу, говорит, испытывать удачу. Ладно, пойду проверю. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Веди, говорит, себя в порядке, а то я не хочу, чтобы из-за тебя нас выкинули отсюда, потому что ты суешь нос не в свое дело. Ладно. Понимаешь. Не суди, говорит, его. Этот козел, когда все умирали там в аптеке, он ударил нас, вырубил и оставил умирать, когда убегали. Не суди, его вообще грохнуть давно пора. Но тем не менее, давайте мы на этом прекратим эту серию. В следующей, собственно, будем разбираться дальше, что да как. Надеюсь, в следующей серии уже Ли покушает. Могу сказать, что это шикарно. Натурально, как будто смотришь фильм, но тем не менее, ты в нем участвуешь и даже играешь главную роль. Надеюсь, вам нравится. С вами был Артур. Увидимся в следующей серии, которая будет сегодня, опять же. Всего хорошего. Пока-пока-пока.